понимание самих себя. Не вот это вот из эзотерики, а из научное понимание. Вот. И мышление как инструмент, позволяющий организовывать свое жизненное все пространство. Вот это то, что является сейчас приоритетами. И если мы этого не с вами не осознаем, если мы этого не поймем сейчас, вот, то потом будет все очень уж сложно. Сейчас-то уже непонятно, что со всем этим делать. Вот. А что через паузу?